от Андрея, по-моему, да. Андрей спрашивает, сколько готовить тело? Может быть, хотя бы основные принципы подготовки тела к автономии, неедению? Ребят, наверное, я скажу вам так, что у каждого свои сроки, и если мы говорим подготовка тела, то вы должны и телом, и головой идти, как бы сначала тело, голова. То есть мы не можем скакать на одной ноге, мы не можем прорабатывать только тело. Нам все равно нужно прорабатывать еще и психику. Это обязательное условие для комфортного существования вне еды какой-то длительный срок. А если мы говорим об автономии, то я вам еще не могу сказать такого, что я не считаю себя прям таким автономом. Мне кажется, что человек, который может себя четко назвать, что он автоном, это тот, который как минимум 2 года жил вне еды, вне воды и с минимальным количеством сна. Поэтому прям как подготовить к автономии, но, наверное, я вам могу рассказать только свой путь, что я и делаю и на открытых лекциях, да, и на своих каких-то марафонах. Могу рассказать свой опыт и могу рассказать, как вы можете прийти к 7-месячному неедению. Но пока к большему неедению я не могу сказать, потому что больше я не была.